Афина, скажи мяу. Ав, нет, собачка Аф, говорит. Аф говорит. Киса говорит мяу. Так она мяу говорит, а не ав. Ав, собачки у нас говорят, аккуратно. В общем, у нас сегодня наконец-то хорошая погода. Мы с моими любимыми мужчинами едем на море. Вот, поэтому сейчас приедем на пляж. Посмотрите, у нас сегодня наконец-то солнышко. Смотрите на пляж, я вам обязательно покажу. Самый популярный пляж города Владивостока. Это Шамов. Так, приехали мы на море. Хорошая погодка, солнышко. Нам сегодня повезло. Народу не так сильно много. Зайчик будет купаться. Класс. Зай, пойдешь купаться? Конечно. Пойдешь? Не боишься? Море. В принципе, народ купается. Детские площадки, здесь кафешки, домики. Кстати, мы тоже планируем скоро, в ближайшие выходные, поехать отдыхать домики для деток, всякие аквагорки. Я, конечно, купаться не решаюсь, потому что я очень мерзлявая, но Макс будет купаться. Ой, блин, погодка, дай бог, чтобы ты такая была. Богдаша, как ты высоко! С мамочкой, бабулечка с нами. О! Высоко как. Он как пацан ездит. Бабулечка моя, сладенькая, гуляет с нами. Бабулечка, ты по нам скучаешь, когда мы в Москве, да? Конечно, ой, конечно. Я так вас жду, всегда какого-то словечка, хотя бы чуть-чуть написали. Словечко переживает всегда за нас, всегда смотрит. Переживаю, конечно, мне очень скучно без вас. Все, мы тебя заберем. Вот прямо телефон сразу. Только прозвенит, я сразу хватаю. Ой, Москва. Да, я знаю, моя хорошая. Пишет мне всегда, комментирует сторисы мои. Да. Фоточки. Да. А вот это мама с любимым Максиком идет. И мой солнышко сидит там на плечиках. Сейчас мы идем кушать. Багдусе нравится ему сидеть наверху. Танцуй! Ой, ой! Танцуй, танцуй, танцуй! Ой, музыку! Как я люблю музыку! Да! Ой, дядя красиво играет, да? Танцполе.
мы хотим? На батут? Ну пойдем. Пошли на батут сходим. Пойдем, давай маме руку. Пошли, пойдем. На батут хочет. Пошли, родной. Пойдем, там детки прыгают, да, сынок? Зая пошел у меня купаться. Мама снимает хоть. Пошел купаться, сейчас будет. Да, мама. Сына, ку-ку, Богдан, ку-ку. Залазь ко мне, иди сюда. Залазь. Давай ползи к маме. Мама там не пролезет. Молодец. Ой, как ты высоко. Богдан. Как ты высоко. Он хочет с горочки, Коть. Садись с ним, садись ты на попу и его вот так вот бери. Давайте. Аккуратненько. Поехали! Понравилось тебе, да? А? Сынок, еще просит. Сейчас он будешь залазить туда, карабкаться. Мама. Да, котичка моя. Мама. Смотри, какой закат красивый. Да? Мама. Да, видишь, батут нас ждули. Все, сына. Батут сдули. Красиво как. О, привет! Везло, что ее встретил. Вот. Веточки. Гребешочек, винишко, зайчик. Сидим, отдыхаем в хорошем кафе Cinema на Шамморе. Смотрите, какая красота, какой у нас красивый стол. Свеженький маникюр я себе сделала моей любимой Леночке, только ей доверяю свои ручки, просто нереальная красота. Что ты там рвешь? Ягоду? Ягодку тебе нельзя есть. Маме только можно, бабушке можно, Максиму можно. Богдашку нельзя, она кислая, сынок. Дачник мой. Ой, какой у Богдана бассейн. Да, сынок? Что у тебя здесь, игрушек?
Сколько у тебя здесь игрушек? Так, и что мы дальше делаем? И куда мы пошли? Сынуль, покажи свою шляпку новую. Посмотри на маму. Как хорошо голышом гуляем. Хорошо в деревне летом, да, сынуль? Мамулька там загорает, лежит. Ну и куда? Мама. А что мы сюда пришли с тобой, а? Камушки покидать? Покажи свою шляпку новую, сына. Ой, какой ты у меня красавчик. Футболист мой. Мама! О, молодец. Давай, теперь маме научит. Итак, готов? Бо! Мама, у тебя немножко косая. Мама. Мама заказала тебе качелю. Куда убежал? Богдан! Просто самостоятельный ребенок. Сына! Богдаша, что ты там хочешь? Кто там? Кто? Пень? Там всякие гадости вон выползают. Так, зайчик у меня просто на все руки мужчина. Смотрите, он может сделать все, что необходимо. Все. Нет, здесь контакты все нормальные. Нормальные, да? Да. Пать, а мы с тобой цветы пойдем поливать. Пойдем, пусть Максим делает, маме помогает. Там надо... Пойдем цветы поливать, бери лейку. Не пинай. Бабушке, помассируйте. Качка! 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 Нравится тебе на каких-то? Все, устал.